Сегодня наш обычный дисклеймер требует некоторого дополнения. Итак, контент в этот раз максимально орный, поэтому я попрошу удалиться всех людей от экранов, у которых раздражающий или какой-нибудь мерзкий смех, чтобы не мешали остальным наслаждаться сегодняшним выпуском. Сегодня в программе: мужик получает леща от морского котика, мужики грузят лес, мужик пристает к холодильнику, мужик летит на параплане, спящий мужик, плачущий мужик и много других мужиков. Беспричинная агрессия у животных порой может быть забавной. Борис, кончай, Борис. Ну, что? Но в следующем видосе все как раз наоборот. Братья наши меньшие. Сука, это ж мега-осьминожный лещ-нежданчик от морского катана. Вы только зацените, как он ему этим тентаклем прямо в щи заехал. Меткости этого ластоногого. Позавидово, ну, любое животное. Только я вот не пойму, за что он решил мужику... Разбить нос. И не просто разбить, а сразу 8 щупальцами комбо-фаталити. Хотя, возможно, это был своеобразный акт гостеприимства. Ну, где-то встречают хлебом и солью, а где-то... Анвара? Особенно угарно звучит голос оператора. Видимо, брошенный в лицо друг осьминог неплохо... Улучшает настроение. Хотя правильнее было ему закричать... Анвара? Я заснял! А вот кому бы я точно не позавидовал, так это бедному осьминожку. Бедняга, по всей видимости, знатно... Настолько, что даже намертво прилип к веслу. Небось, переосмыслил прожитую жизнь и давал оценку случившемуся. Жив, цел, здоров! Работа маляров довольно опасна, потому что иногда им приходится очень сильно постараться, чтобы не умереть от смеха. Немного заморался. Ну что я могу тут сказать? Классно вообще. Особенно вот, говори. Вот тот вот паренек, да, вот в белом вот на плече. Что же должно было приключиться с машиной, чтобы добиться вот такого результата? Вот это прикол! А в кабине в тот момент происходило нечто подобное. А все знаете почему? Все потому что... Состояние дорог – больное место Харькова. Я просто ору с молчаливого взгляда героя. Прям хочется подойти к нему и сказать. Лех, скажи что-нибудь. А знаете почему именно белая краска? Да потому что... Белый – это элегантность. Так что наш мистер Беляш теперь обделаться какой элегантный. Правда, ему от этого не легче. Да и судя по вот этому моменту, он еще умудрился этой краски нажраться. Не хавай. Мне в этом видео одна вещь непонятна. Как оператор умудрился удержаться на ногах и не свалиться на пол со смеху? В общем, все это, конечно, мега ржачно. Но чувакам все-таки стоит задуматься о том... Вот это кто будет убирать? Да и с Белоснежкой нашей тоже нужно что-то решать. Правда, помыть его теперь можно разве что в ванной с растворителем. Ну, либо с помощью какой-нибудь магии. Я сейчас это почистю, уберу. Некоторые люди готовы на многое ради баночки Пивчанского. Но герой следующего видео переплюнул их всех. Воздушный бар. Какого хрена там происходит? Он что, в натуре подлетел к зданию, взял пивасик и свалил, как ни в чем не бывало? Ты баклажан! Если вам вдруг это видео покажется фейком, то у меня для вас есть другой ракурс. Сука, да если бы он хотя бы на полшишечки задел парашютом здание, то ему не помог бы даже... Кандибобер на голове. Жаль, что на видосе со шлема нет звука. Летуну наверняка было что сказать. Балконы! Балконы! Но все обошлось, пивасик оказался в нужных руках. И теперь наш экспериментал в полном праве называть себя... Король королей. Главное, чтобы банку из рук не выронил. А то убьет кого-нибудь внизу ненароком. Хотя он так в нее вцепился, что уже ничто не заставит его разжать пальцы. Оно и понятно. Ведь чел прекрасно понимает, что... Пиве. Твоя сила и мудрость. Кстати, этот балконный раздатчик пиваса нехило так подставил парашютиста. Думаете, если бы он не увидел у него в руке заветную баночку, он бы стал так жестко рисковать? Естественно. А еще я так и не понял, они друзья или нет? Потому что если да, то где же... Привет!
Ведь теперь братишка без закусона останется. Но не лиха беда. Сейчас наш Карлсон подзаправится и на второй круг полетит. А вот в этом видео одна дамочка подрезала мотоциклиста на дороге. Резиновый мститель. Да это ж... Причем резиновая. Вы сейчас наверняка сидите и думаете, типа, что за... Зачем он это сделал? И я лично разделяю ваше недоумение. Но вы только послушайте счастливый смех этого чувака. Он явно к этому моменту полжизни готовился. Представляю, как загорелись его глаза, когда у него все-таки нашелся повод этого дамского угодника прилепить. Хотя, если вот так задуматься, сколько же дней он рассекал на байке с долдоном в бардачке в поисках своей жертвы? Да он же гребаный маньячелло! В натуре! А что, если он эту штуку вместо гаечного ключа таскает? Для особо точечных работ. Вот и решил даме свою помощь предложить. Ему ведь, как никому другому, известно, что... Мужчина определяется делом, а не словом. Вот только дамочка это вряд ли поняла. Интересно, о чем она вообще подумала, когда ей такой внезапный подгон организовали? Так неожиданно и приятно. Хотя она с таким безразличием опустила стекла, будто и не врубилась, что ей за штуку прилепили. А я думаю, сова. Вообще, надо было на лобовуху ставить, тогда бы уж точно не отклеилась. Правда, в этом случае он мог бы потерять своего резинового друга. А это в его извращенные планы точно не входило. Короче, сейчас я вам покажу новый вид мошенничества. Так что смотрите в оба. Пернатый лох. Не, ну вы поняли? Она же бабки проворонила. Видимо, птичка подумала, что челик ей кредитку протянул. А когда соображалка догнала, было уже поздно. У пернатого в конце такой грустный взгляд, будто он все понял. Сука, дебил. Хотя чего греха таить, он в натуре выглядит как... Лох, цветочный. А все потому, что нечего было клювом щелкать. Что ты пасть вот клювать? А вот оператор, наоборот, угорает, словно злобный сатана. Я, конечно, не считаю, что тырить деньги у вороны – это прям... Залет уже. Но есть в этом что-то неправильное. Как минимум, не стоило оставлять ей свою визитку. С полным именем, адресом и телефоном. Она же теперь на него заяву накатать может. Хотя вряд ли это будут расследовать. Ну, в этой ситуации мы просто наше... Это самое... Мы уже... Здесь наши полномочия и все. И дело тут даже не в том, что заявитель ворона, а в том, что сумма похищенного... Крайне мала! В общем, мы тут с пацанами погуглили и выяснили, что эта купюра называется малазийский рингит. И в переводе на наш она стоит всего 15 рублей. Тут так мало. Так что для вороны невелика потеря. А вот за оператором можно порадоваться. Пятнарик у него уже на кармане. Еще парочка ворон и за пивком. Не хватает всего 37 рублей. Не такие деньги, чтобы я мог разбогатеть. Когда я впервые увидел следующий видос, мне показалось, что звук на него наложили. Но после повторного просмотра я понял, что это не так. В общем, сами смотрите. Сирена в подгузниках. Что за криповые звуки? Да этот поц... ультразвук покруче ревуна в армейке. Только в этом случае ревун самый настоящий. Он же едва коснулся двери. Я бы понял, если бы вместо нее там была бы какая-нибудь стройка. Нижган, я побью. Но там даже малюсенького синячка не будет. Не удивлюсь, если когда он первый раз этот звук издал, батя с мамкой сразу под диван шиганули. Особенно мне нравится, как мелкий сперва проверяет, смотрит ли на него. И только после объявляет воздушную тревогу. Либо у него на носу кнопка включения, и работает она с задержкой. Либо без наблюдающей аудитории малой отказывается своим талантом разбрасываться.
Бедные соседи наверняка уже заиками стали. 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. Да и родная бабуля вряд ли залетает с визитом, чтобы с внучком посидеть. Это жутко. Друзья мои. И это я еще молчу про деда. Он, небось, на семейных праздниках флешбеки один за другим ловит. Если у вас давно не появлялось никаких фобий, то вот сейчас предвидится отличная возможность. Марин Чина. Вы видели это? У чувака соскочила страховочная лента, будто ее даже на бантик никто не привязал. Представляю, как в момент этого осознания у него сжались... Яички! Да что тут говорить? Когда я в первый раз это смотрел, у меня у самого чуть не... Вышла черепаха. Вы только присмотритесь к деталям этого триллера. Туман, доски сырые. А чувак даже и не подозревает, что у него нет права на ошибку. Хоп, хоп и... Все, ты домашний. Потому что в ближайшие пару недель мужичок будет кирпичные домики сидя на унитазе отстраивать. Ну, зато назад он наверняка уже смелее прыгал, чтобы конкретно добраться до засранца, который ему веревку прикреплял и... Разбить нос. Он в конце так задорно смеется, будто прочел на страховке надпись «Made in China». И в глубине души, наверное, даже удивился, что она вообще была пристегнута. Но на самом деле это никакой не брак и не ошибка. На самом деле просто суперавтоматика. Вы же заметили, что веревка сама отстегнулась, когда чувак перепрыгнул весь мост. По крайней мере, именно это будет говорить директор аттракциона, когда ему повестка в суд придет. Потому что благодаря этому видеодоказательству... Я заснял! Наш главный прыгун скоро явно станет богаче. Солдат спит, когда у него есть возможность. Вот только случается это довольно редко. Стрессанул. Воробушки, да это ж взаправдошнее... Аннигиляторная пушка! Ну или, если по-простому, армейский будильник. После резкого подъема от которого... Вы бегаете прямо, работаете, у вас прямо жажда деятельности. Просто вообще... Просто... Правда, такое ласковое пробуждение солдата влетит роте в копеечку. Ведь подобный выстрел на пару штук баксов потянет не меньше. А то, может, ты больше. Наверное, больше. Чего? Поэтому гораздо бюджетнее было применить традиционную методику. Чё спим? Спим, чё? Да я не сплю, давай что-то. С другой стороны, не так уж сильно чувак и устал. Раз его пушкой разбудить можно. Но все же в таком способе сказать «доброе утро» есть и свои плюсы. Хотя бы потому, что чувак не услышит гиений ор своих сослуживцев. Да и вообще в ближайшее время ни хрена он не услышит. С контузией, знаете ли, шутки плохи. Жаль, как всегда, видос обрывается на самом интересном месте. Наверняка парнише было что поведать своим корешам. Говноеды! Черви! В любом случае, с реакцией солдата все в порядке. Услышал обстрел, сразу лег в укрытие. Главное, чтобы его потом на гражданке эта тема по ночам не мучила. Следующее видео достаточно мозговзрывательное. Но я вам все равно его покажу. Короче, чувак просто зашел в магаз за продиками. Но дальше что-то пошло не так. Мастер пикапа. Какого хрена он творит? Это что, брачный танец для холодильника? Он мне своими движениями напоминает попугайчика, которому зеркало поставили. Маленький мальчик, говорящий попугайчик. Давай поцелуемся. Что же он такое в наушниках услышал, раз его так торкнуло? Я ломал стекло! Но самое интересное впереди. Я, конечно, не уверен, но, по-моему, мы стали свидетелями зарождения новой сексуальной ориентации – робосексуал. Сперва он гладит холодильник, потом танцует, а затем...
Но самое мерзкое, когда он в конце к нему ладонь прикладывает, типа... И еще увидимся, моя ледышечка. Это ж насколько чувака накрыло, что он спутал холод морозильной камеры с... теплыми, нежными, женскими руками. Потому что если кто-то хочет услышать мое мнение, то делать динь-дон с холодильником даже ради лимонада... Это край, вообще вилы. Особенно угарно наблюдать за проходящими мимо людьми, которые от увиденного тупо прибавляют шаг. Оно и понятно, ну его... Лезть в личную жизнь этого чувака вряд ли кто захочет. В общем, не знаю, на каком дне ноу-дроч челленджа находится наш герой, но, судя по всему, завтра утром ему будет чему радоваться. Я вспомнил! Я кого-то чего... В начале вот этого видео практически ничего не происходит, но когда вы досмотрите его до конца, то вы точно... Бойцы невидимого фронта! Ну, этих парней... Прикидончик. Походу, там у кого-то конкретно так. Сингалеты лопнули! Или случилось что-нибудь такое. Я бы хотел поверить, что этот грязевой джакузи представляет собой... шоколад. Но, скорее всего, это все-таки... какашки. Поэтому вряд ли такая деятельность... улучшает аппетит. Но надо отдать мужикам должное. В работу они погружаются с головой. Только интересно, как они в этой какофонии общаются друг с другом? Особенно умиляет позиция вот этого мужичка в белом. Сразу видно, кто здесь начальник, а кто подчиненные. Широкой делайте, широкой или широкой. Но пора задавать вопросы посерьезнее. А именно, как они вообще там выжили? Ай... don't know. У них же с первых мгновений видоса не было доступа к кислороду. Хотя вначале их и самих-то видно не было. А что если именно так на свет рождаются новые монтажники наружных трубопроводов? И мы с вами стали свидетелями чуда. Напоследок давайте пожелаем парням как можно скорее добраться до раздевалки. Представляю, насколько они хотят залезть в душ и порадоваться хорошо проделанной работе. В любой сложной ситуации всегда найдется умник, который предложит самый вариант. А после скажет, да мы 100 раз так делали. Следующий видос как раз об этом. Пацаны шли к успеху. Идеально. Не, в натуре классно. Четко. Вы только посмотрите, как бревна на дорогу уложились. Прям один к одному. Походу, у водила какой-то трабл произошел. Вот все и покатилось в сторону пушного зверя. Коробку забыл в спорт переключить. Стоп, стоп, стоп. Хорошо, хоть мужики на капоте успели вовремя эвакуироваться. Чего не скажешь о заборчике, который так эпично сложился, что его теперь от этих бревен хрен отличишь. Я одного не пойму. По какой причине они вообще посчитали данный способ транспортировки хорошей идеей? Хотя, если они хотели по-бырому разгрузиться, то я... Поздравляю, конечно, их. Но, сдается мне, цель была немножечко другой. И теперь весь этот... кому-то убирать придется. Зато камеру включить не забыли. Телевизор. Таких приколов я не видел еще, парни. Кстати, об этом. Если бы оператор не болтал за кадром с друганом, а сидел со всеми на капоте, то, возможно, результат был бы другим. Хотя кого я обманываю? Туда надо было слона сажать, тогда бы уж точно никто не пострадал. Ну, кроме самой машинки. Ее бы сплющило от тяжести еще в начале видео. В следующем видосе друзья пришли проведать своего товарища во время ночной смены. И вот что из этого вышло. Хуан недели. Ну, с работой охранника он точно справился. Никто же ведь ничего не украл. Другой вопрос, как же он умудрился так задрыхнуть? Небось, хряпнул пару баночек хмельного, и теперь ему вообще все. Или чувак просто не желает общаться с этими людьми. А посылать в открытую не хочет, потому что... это не культурно. Ну, или притворяется спящим, чтобы им дверь не открывать. Оно и понятно, еще зайдут и хавку его все сожрут. А так он сидит на своем престоле в окружении годового запаса провизии и ощущает себя как... король королей. Ха! Блин, какой же он все-таки здоровый. Ну, ты в натуре кабан. Не удивлюсь, если он на медне такого котейку в одну харю захомячил.
Если вам кажется, что этого чела даже пушкой не разбудишь, то я вас разочарую, потому что выспаться нашему пухлюшу было не суждено. Сука, как же он смачно шлепнулся! Жаль, камера не сумела передать весь драматизм момента, потому что для нашей спящей царевны все ощущалось приблизительно так. Я даже знаю, что ему снилось перед пробуждением. Ой, спасибо. Ну или что-нибудь такое. Ломай меня полностью. Если вам предстоит перевозка мебели, ни за что не обращайтесь к чувакам из следующего видео. Идиот! Идиот. Это уже пупага топ. Ловить падающее с крыши кресло. Что же могло пойти не так? Это совсем уже. Что это такое? Ну что вы делаете? С другой стороны, хорошо хоть не пианино или что-нибудь еще покруче. Ну, лови пенек, давай. Хотя со своей задачкой мужики справились. Кресло в кузове, и на нем нет ни царапинки. Чего не скажешь об этом джентльмене. Да с бедняги даже шапочка слетела. Во! Я ж говорил! Я же говорил, упадет, дебилы. Типочек в синем меня вообще в дикий восторг приводит. У него там братан чуть коньки не отбросил. А он ему ручкой машет, мол, разлегся, вставай давай. И ведь действительно, на отдых нету времени. Там на крыше еще второе кресло стоять осталось. Правда, ребята такими темпами до конца смены попросту не доживут. Но неужели нельзя было их по ступенечкам спустить или на лифте? Хотя хрен его знает, может, они эту мебель угнать хотели, а оператором всю малину обломал. Я вор. Не получилось, не фартануло. В таком случае у меня для этих ребят есть одна мудрая цитатка. А зачем ты пойдешь в магазин воровать? Да. Тогда будешь получать. Что, собственно, и вышло. У следующего видео довольно скучная завязка. Две девушки решили попозировать на фоне моря. Я уж было испугался, что они будут показывать. Давай! И хотел вырубить. Но все изменилось, когда в кадре появился вот этот рыжий бро. Да-да, именно он здесь главный герой. И сегодня он поделится парой пикап-советов. Нежданчик недели. Молодца, блохастый. Не растерялся и спас видос от уныния. Красава, братан, красава! Наверняка девушки в море кричали что-нибудь такое. Уйди из кадра, надо панораму буду делать. Но у пса были другие планы. Правда, его подружке этот движ явно не понравился. Она ведь просто на минутку хотела искупаться в лучах славы, как вдруг... Неудивительно, что спустя пару секунд произошел ожидаемый поворот. При этом наш затейник еще легко отделался. Не будь включена камера, то там бы возник замес покруче. Вот только возмездие песику вряд ли удалось избежать, потому что... После того, как это животное пришло с прогулочки... Хозяйка наверняка всыпала ему знатных за испорченный кадр. Но в итоге ради лайков все равно залила видео в сеть и не прогадала. Ну что ж, дамы и господа, спасибо вам большое за просмотр. Впереди вас ждет охренительный музыкальный номер. Это был Плюс 100500. Меня зовут Максим. Пока!